Всем привет! Сейчас находимся в Куринке. В общем, решили прогуляться. Сегодня 3 января. Вчера приехали вечером. Ну, я ничего не снимал, потому что, ну, ночью ехали. Не очень было, конечно, комфортно ехать, но зато первый раз я проехал больше чем 150 километров ночью. Сейчас, что здесь есть интересное, вам покажем. Здесь как бы должна быть река Мернушка, но что-то никакой реки здесь нет. Там горы могучие. Вот кто-то домик строит. Тут половина людей, кто здесь живет, они уже обновили свои домики. Там внутри вполне себе пригодные для жилья домики. Носятся здесь пипец как, ребят. Самый прикол в том, что когда ты едешь, тебя всякие газели обгоняют. Ты едешь 80, и они тебя километров на 100, в час обходят. Это вообще жесть. Оно вроде бы еле едет, а выжимает из своей будки, блин, все соки. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Вот так выглядит. Тут уже такой спуск довольно-таки крутой. Впереди горы видно. Вот, собственно, они тут везде. И впереди, и справа, и слева. Кто-то, может быть, свои дома узнает. Может быть, кто-то здесь жил когда-то. Постройки таких годов, 50-х, там, послевоенные постройки, в общем, в основном. Вот там вниз уже идет дорога к ДКшке, которую построили. Ну, вернее, не построили, ее просто обновили же, да? Такое старое дерево, мохом поросшее все. Но здоровое. И птица на нем... А, нет, это не птицы свели, это какие-то... Какая-то болячка деревьевская. Вот какой-то заброшенный дом, там стекла разбиты внутри. Да ничего внутри нет. Даже если спуститься посмотреть... Я, наверное, не буду этого делать. А то еще сейчас как из ружья солью в задницу стрельнут. Облака быстро плывут. Но ветра нет, кстати. Идти комфортно. Запах какой-то уже. Какого-то дерева, да, как будто бы жгут что-то. Да. Есть, конечно, тут постройки прям такие древние. Вот, например, вот этот дом продается. А мы подходим с вами как раз к этому дому культуры, который... восстановили. Я не знаю, на этом канале или на прошлом. В общем, у меня было видео с Куринки, когда мы еще на автобусе приезжали, и этот ДК был, ну, в другом совсем состоянии. Вот смотрите, тут памятники, вот тут столько фамилий. 1941 и их имена. А это вот останки, здесь захоронены останки героя Советского Союза Новицкого Николая Михайловича. Вот так вот. И улица называется Новицкого. Идем смотреть ДК. Дом культуры «Современник» называется. Вот так вот его облагородили. Фасадная плитка. Ну и не только фасадная. Внутрь, конечно, мы не попадем. Там, скорее всего, закрыто все. Ну вот так вот. Тут даже есть подъемник для инвалидов. Очень такие полезные вещь. Вот так все. Здесь облагородили. Ну, видно, что еще пока не до конца. 100% будут еще что-то доделывать, потому что территория незаконченная. Ну, по крайней мере, это уже более-менее современно выглядит. Так что поздравляю всех, кто здесь живет, что вам сделали хотя бы пока дом культуры. Я думаю, что в дальнейшем все равно что-то будут еще делать. Тут такой подъем, конечно, нехилый. Я бы туда, наверное, на семерке бы не заехал. Это у нас школа. Здесь единственная в Куринке школа. А вот справа стадион находится. Ну,
наверное, туда нельзя. Сейчас там просто, ну, наверное, скорее всего, все закрыто. Подходим к железнодорожным путям. Здесь, конечно, немножко грязновато. А это, ребята, железнодорожные пути. Я сейчас прям стою практически на рельсах. Вот туда мы ходим на речку. Туда, либо в ту сторону. Ну, там обычно рыба ловится, а там купаются в той стороне. Но уже речку слышно. Тут какой-то разделитель идет. Не знаю, к чему он. Напишите, кто знает. О, а здесь, кстати, ребят, ступеньки есть. Так что можно по ступенчикам. Я слышу, там уже на квадратах гоняют. На квадроциклах. Надо пойти посмотреть. Сначала ты ставишь елочку, а потом ее выкидываешь. Вот мы пришли к речке. Ну, мы ходим немножко дальше, но здесь я еще не был ни разу. Тут, наверное, на тачках заезжают. Там есть спуск такой. А, нет, здесь не заезжают. Там какая-то охранная будка вон стоит. О, слушайте, вода такая классная. Я тут еще не был. Там прям камешки такие. Берег такой интересный. Можно даже спуститься, посмотреть. Да, смотри, тут даже вот можно посидеть. Слушайте, я тут ни разу не был. За все время, что в Куринке. Приезжал в Куринку. Что говоришь? Как мы сюда пришли? Ну, мы просто свернули раньше. И попали сюда. Какой здесь красивый берег. Да, водичка чистая, просто чистейшая. Сейчас я, наверное, сниму на телефон, чтобы вам показать. Чтобы вы прочувствовали. Ребят, всем доброе утро. Короче, остановились с Надей тут на дороге. Смотрите, какой туман. Ну, я не знаю, я там с регистратора попробую кадры снять, но вот мы просто остановились, и на поле такой туман. Он кверху прям поднимается. Был прям здесь, вот мы тут остановились, но сейчас он ушел туда дальше, и там он, видите, поднимается прям. Всем привет, ребят. Сегодня 6 января. Сейчас вот собираюсь поехать на юбилейный к родителям для того, чтобы взять кое-что. Сами узнаете, что. Поехали. Ладно, ребят, на самом деле не секрет, куда я еду и зачем. Я еду к родителям для того, чтобы посмотреть старенькие колонки, которые у меня от сабвуфера остались. Ну, вернее, сабвуфер-то живой. Но просто мне нужно проверить, будет ли работать одна из колонок с моей вот этой вот портативной колонкой. Потому что там динамик, ну, просто ужасно. Вот, соответственно, сейчас еду на юбилейный.